кафе, или, так сказать, где-то очередная пиццерии, обратились к нам в свое время с просьбой разрешить размещение летней площадки на улице Советской возле своего заведения вдоль фасада, что разрешено нашими предыдущими решениями о том, что возле пункта общественного питания, кафе, там, ресторанов, можно размещать летние площадки в связи с тем, что это позволяет санитарной нормы. К сожалению, сначала начали строить, как у нас бывает, а потом начали согласовывать проект. Как у нас постоянно бывает. Часто бывает. Часто. Проект разработан с учетом логотипа Челентано, это тентовое покрытие возле бордюрной части. Но демонтаж произведен от того, что не соответствовало паспорту фасада. По указанию исполкома городского совета они начали делать демонтаж и проводить соответствие с проектом здесь реконструкции. Параллельно они оформили техническую документацию на подземельный договор сервитута на землю. Вот, в конце остались там последние доработки по техническим заключениям и все. Рассказывают. Ну, как я понял, потому что я был на комиссии, показывали документы неоднократно. Когда они вообще говорят, что у них есть документы, а архитектор показывает, что документов нет. И милиция тоже говорит, что есть, а документов нет. Очень интересно. У них есть, получается, 4 там конструкции оформлены. 2 стоят под зданием, то есть к ним претензий нет, они выполнены согласно проекту. А 2 стоят на зеленой зоне, на там последнем кусочке этого газона. И они вообще не соответствуют проекту. Они там по проекту должны быть легкие и переносные. А они стоят стационарные, там с такого металла, что будет стоять еще шире. Ну, стоят и никуда. Они же начали демонтаж. Не, они просто убрали столы и сняли покрытие. Я бы хотел, чтобы Челентано не стало камнем преткновения по другим объектам, которые вы уже снесли и так далее. Вы же понимаете, вы договаривались. Если можно, то всем. Если нельзя, то тоже всем. Тогда не будет вопросов. Советская не только ваша элита, она наша общая. Для всех. Для маленьких, и для больших, и для пожилых, и для тех, кто живет на ЮТЗ, и кто живет в ракетном роще. На Советскую едут все. Такое у нас, ну, такая у нас специфика города, что Советская – наше общее достояние. За нее, поэтому, я думаю, все и дерутся. Но если мы, как бы, все-таки, уже мы очень хорошо за последние 2-3 недели продвинулись в вопросах наведения порядка на Советской, не так легко и не так сразу удается каждого. Но убедить нам бы хотелось, конечно, это делать, ну, будем так говорить, законными и, ну, не военными действиями, а нормальным приведением порядка. Поверьте мне, пройдет еще не так много времени, и люди начнут привыкать к тому, что самовольно и где угодно делать ничего нельзя.